Давайте продолжим. Вместе с Артемием Кевичем Троицким, нашим коллегой-журналистом. Артем Кевич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, привет. Я вот услышал, просто вы были на латвийском, кажется, радио, и там говорили об оппозиции. В последнее время вы сами стали центром внимания неожиданного со всех сторон. Тут наш местный журналист господин Валатко цитировал ваш твит, хотя и не называл по фамилии, но там видно по тексту. И Мария Певчих его цитировал. Мы тут с Даниилом Кен тоже обсуждали этот самый твит и реакцию на него. Там говорилось о том, что грызня внутри оппозиции перешла в криминально-патологическую стадию, Путину повезло и с народом терпилой, и опами-дебилами, и еще там про иностранных политиков было сказано, я уж не помню на память. Но суть такая. Такое впечатление, Артем Кивович, что, знаете, вот вы как-то это, что все сошли с ума, и вы это как констатируете. Хотел бы немножечко развить вот эту тему. В каком, так сказать, мире мы живем и как вы его оцениваете? Извините за общую формулировку, но я думаю, вы понимаете. Понятно. Но я, естественно, не психиатр, более того, никогда в жизни пока что не имел дела с представителями этой профессии. Вот, понимаю я, о чем вы хотите меня расспрашивать, и бог очень мне не хотелось в этот срач наступать, вот, но уж... Саш, по старой дружбе. Ну, заметьте, я даже вообще не произношу, так сказать, и даже не направляю ни в какие стороны. Что хотите, то и говорите, Артем Кивич. Я заметил, Саш, но ты тут слегка передергиваешь, поскольку мы с тобой общались еще вчера. Верно. С твоей стороны прозвучало скромное пожелание обсудить, значит, известное дело ФБК против Невзлина. Ну, что я могу сказать? Есть некоторые вещи бесспорные. Одна бесспорная вещь заключается в том, что если смотреть на все это дело с точки зрения, кому это выгодно, да, то естественно, что выгодно это только и исключительно, в первую очередь, Кремлю и Лубянке. То есть они просто получили роскошный подарок в виде всего этого скандала. И, скорее всего, кстати говоря, подарок бесплатный. То есть я лично сомневаюсь в версии, что это все было с самого начала до конца такая суперхитроумная комбинация ФСБ. ФСБ, ну, как я их привык наблюдать, это достаточно топорная организация. Вспомните, там, как они... того же Алексея Навального травили и так далее. Вот. Здесь все так достаточно виртуозно обставлено. Значит, то есть им это очень выгодно. Кому это не выгодно, по кому это очень сильно бьет? Естественно, в первую очередь это сильно бьет по Невзлину. И понятное дело, что чем бы ни закончились следствия, разбирательства и так далее, но, в общем-то, репутации Леонида, кажется, Невзлина, мы с ним не знакомы, кстати, нанесён... То есть, если я задам вопрос, брали ли вы когда-нибудь деньги от Невзлина, он бессмысленен в силу того, что вы не знакомы? Ну нет, абсолютно, я даже не знал, что он кому-то деньги дает. Вот вы раньше-то знали. Всех его благотворительных пассов. Значит, по нему это бьет очень сильно. Вот. И репутацию, конечно же, его это гробит. Значит, затем, естественно, Михаил Ходорковский. Я сильно сомневаюсь, что он был в курсе, значит, всех этих интриг. Вот, или даже что он о них заранее знал, тем более там сам участвовал в этих заговорах и заказах. Вот, но тут его подводит то, что они просто с Невзлиным, как известно, лучшие ближайшие друзья, деловые партнеры и так далее. Поэтому, естественно, тень от Невзлина падает на Ходорковского и очень густо. Затем, естественно, точнее, неестественно и вопреки ожиданиям, я считаю, что это бьет и по фонду борьбы с коррупцией тоже.
Тут ситуация, конечно, не совсем однозначная, что называется, но вот смотрите, есть такое известное английское слово sympathy, да, sympathy, у которого, ну, по-русски, значит, тут имеется одно значение – симпатия. В английском языке у sympathy два значения – это симпатия и сочувствие. Так вот, я считаю, что сочувствие к ФБК и отдельным его членам, особенно, скажем, к молодой женщине с маленьким ребенком в коляске, естественно, сочувствие есть, да. Избили парня сильно, напугали, значит, женщину с ребенком. Вот, естественно, сочувствуем. Вот, это хулиганство, это безобразие. Значит, добавляет ли это какой-то симпатии к организации под названием ФБК? На мой взгляд, абсолютно нет. Не добавляет, а скорее наоборот. Почему? Да по той простой причине, что закатили эти ребята из ФБК глобальную просто истерику, такую какую-то неаппетитную, с элементами вот, охоты на ведьм и ведьмаков. То есть я помню, там кто-то из них писал, вот, запоминайте эти имена, берите этих людей на заметку, все те, кто отмазывают Ходорковского, это все, значит, типа, нехорошие люди, редиски. Это все симпатии не вызывает абсолютно. Ну и в-третьих, это все, естественно, наносит явный удар вообще по всей российской оппозиции. Это лучше всего заметно по той реакции, которую, ну, я, скажем, наблюдаю со стороны местных людей, европейских, и журналистов, и отдельных политиков и так далее. Вот. Они смотрят на все это, ну, я бы сказал, с чувством таким смешанным. Это, с одной стороны, недоумение, с другой стороны, какая-то брезгливость. Брезгливость, потому что вообще противно всегда смотреть на какую-то, истеричную потасовку, да, которая сейчас происходит в российских сетях, оппозиционных медиа и так далее. А с недоумением, потому что на самом деле, значит, смотрите, вся эта история с заказом жены Миронова, Жданова, кстати, что же со Жданова? Я прошу прощения, я справедливости ради просто скажу, что ни Максим Миронов, ни тем более его жена Саша Петрачко к ФБК не имеют отношения. Понятно, понятно. Значит, я просто перечисляю тех потерпевших. Да, которые... да. Не, я понимаю, о чем вы, чтобы не возникало, да, не возникало каких недомолвок, да. Да, потерпевших, заявленных в списке ФБК. Вот. Так вот, я говорю, я, кстати, что произошло вот с Иваном, кажется, Ждановым, кажется, в Швейцарии, я, честно говоря, так и не понял. То есть сначала как-то его фамилия тоже активно упоминалась. Вот в последнее время что-то я ее не очень замечаю. Ну ладно, бог с ним. Значит, вот вся эта история, это на самом деле, понимаете, это не шпионский какой-то скандал. Это не какая-то там суперхитрая коррупционная схема. То есть это не то, чем в принципе занимаются журналисты-расследователи. Это чистая уголовщина. Если это уголовщина, то, естественно, куда надо обращаться в первую очередь? В первую очередь надо обращаться в правоохранительные органы тех стран, где это произошло. Хулиганское нападение, бандитское избиение и так далее. Будьте добры, господа полицейские, следователи, это дело расследуйте, значит, подозреваемых задерживаете, отводите в зал суда и так далее. То есть... В общем-то, реакция абсолютно законная. Вместо этого, значит, начались какие-то... Ну, в чем вместо? Какие-то... Они же обратились. Ну, правда, Артем Кивич, они же обратились. Они обратились, но неизвестно, когда обратились, не очень известно, с чем обратились и так далее. Но прекрасно известно то, что произошло помимо этого обращения, а именно, значит, все вот эти вот самые... охи-ахи, обвинения и так далее.
Вот. И совершенно правильно, на мой взгляд, сказал значит, наш эстонский товарищ Нильс Эрик Кросс из ПАСЭ, который вообще там в ПАСЭ курирует как бы всю российскую тему. Он сказал, что тут вообще должны этим заниматься следственные и судебные органы. Вот, и давайте-ка, ребята. И все это, разумеется, бьет вообще. Это бьет не только по российской оппозиции, это бьет и по российской диаспоре в целом, в том числе и людям, которые ну, совершенно бесконечно далеки и от Невзлина, и от Навального, и так далее. Может, Россия вообще, как вы прекрасно знаете, сейчас страна крайне, как бы это помягче сказать, непопулярная, вот, особенно в Европе. И Артем Микеевич, вот извините. Только добавляют к этой непопулярности. Артем Микеевич, извините, перебью вас. Вы говорите обо всех, а вот я сейчас конкретно о вас хотела бы спросить, потому что я думаю, вы знаете, есть у вас, наверное, опыт в советские времена проработок. Думаю, случались они и с вами. И вы сейчас, мне кажется, тоже попали в такую проработку. Многие ставят вам вину вот этот ваш пост о том, что вы не заняли позицию или заняли ее там как-то всех, обругали. Скажите, похоже это на советские времена? Каково вам вот сейчас? То, что Мария Певчих вас упомянула, что странный у вас пост. Все остальные за ней тоже в том числе. Ну вот, я вам клянусь, я на это на самом деле просто не обратил внимания. Я очень спокойно к себе отношусь, я совершенно не считаю себя каким-то деятелем, тем более важным деятелем. Вот. И мне странно, Певчих, она меня просто назвала идиотом. Но это ее право, ради бога. Ну, идиот и идиот. Я правда не понял, почему то, что я употребил слово «грызня», то есть претензии Певчих были только конкретно к слову «грызня». Так вот, почему слово «грызня» означает, что я идиот? Ну, я мог бы выбрать какую-то чуточку более культурное слово, скажем, «междоусобиц». Не-не, что... там надо было, там... наоборот, надо было, если бы вы выбрали более резко, например, «война», тогда да. Там же с вас требовали, что вы недостаточно, там к вам претензии предъявляли, что вы недостаточного внимания и обесценили нападение на Волкова таким образом. Речь-то вот об этом идет. Я не знаю, каких претензий. Я, честно говоря, вообще не понимаю. Ну, напали на человека. Ну, вот для этого я вас на самом деле и позвал. Вы просто раскрывай, раз уж вы раскрыли детали нашей предварительной, начали раскрывать детали нашей предварительной договоренности, то скажу и я, как было. Как раз Артемий Киевич сказал, я не хочу про это говорить. А я говорю, я хочу не про это, а про ваше вообще отношение к российской оппозиции как человека, с одной стороны, наблюдающего за процессами и комментирующего их, а с другой стороны, не настолько погруженного и выходящего из этого пузыря. Вот о чем, собственно, была речь. Я как раз и к этому. Но раз вы рассказали, я очень благодарен, что вы, так сказать, переступая через нежелание, но рассказали. Вот. Я рассказал, а что касается до моего отношения к российской оппозиции, то в общем-то, оно постепенно меняется, причем не в лучшую сторону. Вот. И я на самом деле, ну, то есть, если поначалу, там, 14-й, 15-й, 16-й год, я сидел на всяких этих форумах, конференциях и так далее, иногда выступал на них с пламенными речами и так далее. Сейчас я больше не посещаю эти мероприятия, вот просто потому что, ну, как бы лично для себя я не вижу в них никакой убедительности и особого смысла. Вот. Мне не хочется повторять всякие избитые шаблонные фразы, там, типа того же там «срач», «грантажерство», от слова «жрать гранты» и так далее. Вот. Но, в общем, вся эта история, она как-то, мне кажется, очень-очень скучной и довольно бессмысленной. Может быть, я все же внесу, так сказать, ноту надежды и позитива. Может быть, это как раз процесс очищения, и сейчас, значит, вся шелуха отпадет и явится, так сказать. Ну или что? Ну вот, смотрите. Например, Владимир Карамурза нигде не участвует, пользуется доверием всех сторон там и так далее. Он нигде не замазан во всех этих срачах. Вот. Я думаю просто, что если отлетит вся шелуха, то очень может быть, что
что, в общем-то, ничего не останется. Или останется один Володя Карамурза, который, на самом деле, замечательный человек. Я к нему прекрасно отношусь. Очень люблю. Володь, привет, если ты меня видишь. А так, в общем и целом, то есть одна сфера, в которой я участвую и намерен продолжать участвовать, это культурная сфера. Мне интересно то, что делают сейчас в эмиграции, во внешней России, как я ее называю, музыканты, артисты, актеры, режиссеры и так далее. Со многими из них я общаюсь. Если есть возможность их как-то поддержать, чем-то помочь, то я это с удовольствием сделаю, но все это ограничено сферой культуры. Как вам, например, последний клип «Ногу свело»? Ну, в смысле, Макса Покровского. Последний клип «Титаник» называется. Хороший клип, очень грустная песня. Песня красивая сама по себе. Клип такой минималистичный, менее динамичный, чем там всякие их мультики веселенькие. Вот. Да нет, вообще много всего выходит. Музыканты гастролируют очень активно и очень успешно. Записывают новые песни, снимают видеоклипы. Только что вышел новый альбом «Касты прекрасный». До этого вышли новые альбомы у той же группы Макса Покровского, у «Монеточки», вашей землячки. То есть идет очень такая бурная, полноценная, качественная музыкальная и художественная жизнь. И это очень здорово, потому что я просто вижу, что артисты не пасуют, они принимают этот вызов, оказавшись в совершенно новой ситуации. И более того, этот вызов, в общем-то, их вдохновляет. Вся эта вот нынешняя экстремальная история, она не заставила их как-то поднять лапки кверху, спасовать. Напротив, она сделала их сильнее, интереснее, более заинтересованными. Так что, в общем, я считаю, что вот в этой сфере жизни внешней России дела идут очень-очень даже неплохо, и в них я с удовольствием участвую. Вот. Что касается до того, о чем мы говорили ранее, вот, то, боюсь, как-то меня не очень убеждают тамошние developments. Спасибо большое, Артемий Троицкий, наш коллега, журналист. Спасибо. Я тут запустил голосование. Согласны ли с Артемием Троицким в его оценке российской оппозиции? Но оно продолжится. Надо было запустить. Согласны ли с тем, что культура спасет всех нас? Да, конечно, что тут? Конечно, спасет. Естественно, искусство, с одной стороны, требует жертвы, с другой стороны, спасет мир. Значит, у нас такие варианты. Да, нет, и да, и нет, есть тоже такой вариант. И не оцениваю оппозицию. 59%, 60% уже согласны в целом с оценкой Артемия Троицкого российской оппозиции. Но можно дальше продолжить голосовать и изменить этот расклад, если вы не согласны, или частично согласны, или не хотите оценивать. Тем более, что мы в русле этой тематики остаемся вместе с политологом Федором Крашенинниковым. Федор, приветствуем тебя. Доброе утро. Доброе утро. Ну, ты часть дискуссии наверняка слышал и видел. Не хочу никого обижать, но я никогда не слушаю политические комментарии Артемия Троицкого, потому что, ну, к сожалению, не могу воспринимать его как серьезного комментатора. Это какое-то всегда сочетание крайней наивности и однобокости. Это очень, как я вот за что ценю как раз Артемия Киевича, это за то, что он воспринимает часто как человек не очень вовлеченный во все это, и я знаю, что большинство наших зрителей, они тоже не очень вовлечены. Да что зрители, у нас есть ведущая, которая тоже, вот, например, не очень вовлечена, и тоже, как Артемий Троицкий, считает себя вне абсолютно этого пузыря. Я не знакома ни с кем из участников новой вот этой драмы. Вот. И совершенно, если честно... Зато они тебя считают пропагандисткой. Они меня считают пропагандисткой. Ну, давайте начнем с того, что Артемий Троицкий знаком со многими участниками этой драмы. Хорошо, но сейчас... тем не менее, я сейчас просто о себе говорю, что вот я, например, тоже вне пузыря, и мне очень интересно все послушать, но, откровенно говоря, многое из этого... Вот Артемий Троицкий говорил, что он испытывает брезгливость. Я брезгливость не испытываю, я в новостях работаю, знаете. Но я испытываю какое-то чувство какого-то такого глобального краха и разочарования. Да, не надо было никем о
очаровываться. Я, может, не была особенно очарована, но вот у меня были первые два дня просто моего собственного какого-то, не ожидала от себя, разочарования глобального просто во всех, если честно. И я при этом не считаю, что нельзя выносить Слушайте, и все. Во да. всех это и в тех, кто заказывал покушение на женщину с ребенком, или и в тех, кто там рассказал? Я еще раз, да, я объясняю, что я не считаю, что нельзя выносить ссоры из избы. Я считаю, что должны быть расследования. При этом я все-таки считаю, конечно, в моей идеальной картине мира расследование должно было начинаться так. Знаете, большой титр ФБК и правоохранительные органы Литвы, Израиля и еще, не знаю, каких-то стран представляют. Безусловно. Скажите, поэтому... знаете что-нибудь про историю вот трагического скандала, из-за которой расследующего журналисты получили премию? Они вот так не делали. Ну, просто они вот взяли и опубликовали все данные, которые у них были, и вовсе не ждали, пока американские правоохранительные органы разберутся. И вообще именно так и делаются журналистские расследования. Да. Никто никогда... Федор, но если бы все могли после этого фильма, который вышел... После этого расследования, если бы кто-то мог остановиться, чуть-чуть нажать на тормоз, но не останавливается никто. И все, кто должен останавливаться? Максим Миронов, у которого жену заказали? Или... Максим Миронов, кстати, по-моему, остановился и молчит, и вообще не комментирует. Ну, он сделал заявление. По крайней мере, сделал заявление, и его, я не вижу больше от него ничего. Да, тут вот речь, дайте чуть-чуть разведу сторону. Тут вот речь о чем? Мне кажется, никто не оспаривает то, что преступления ужасные, и их заказчиков, на их заказчиков нужно указывать. Мне кажется, это нормально. Другое дело, что компания, которая последовала, первая компания – это обвинение Ходорковского, и вторая компания – это обвинение тех, кто сомневается. А мы еще про обвинение тех, кто сомневается, с фильм и компанию абсолютно истеричную. Мне кажется, знаем с фильма «Предатели». Это, в общем... Ну, я не согласен с оценками истеричной компании. Я, например, видел истеричную компанию людей, которым понравилось, не понравилось фильм «Предатель». То есть это можно субъективно оценивать. Каждый из тех, кто ему не нравится, обвиняет в истеричности, в травле и так далее. То есть я тут не готов говорить, что вот эти вот молодцы, а эти травят. Я вижу истерику с обоих сторон и ленту, допустим, антивоенного комитета, заваленную вполне себе тоже, так сказать, эмоциональные заявления, не имеющие никакого отношения к антивоенной деятельности. Поэтому вот, давайте скажем честно, политическая борьба, она такая. И все ведут себя одинаково. Делать вид, что одни паиньки-заиньки, а другие прям истерику устроили и травлю. Ну, я вот наблюдаю этот процесс давно, я в него вовлечен. Тогда чего удивляться тому, что люди, которые не очень вовлечены, говорят «чума на оба ваших дома». Ну, то есть эти люди просто уравнивают тех, кого били молотками, и тех, кто заказывал. Вот эта фраза это и значит. Не надо себя обманывать. Когда вы говорите на оба дома... Я так не считаю. Это уравнивание заказчика, это, знаете, чума на оба дома. И на заключенных в концлагере, и на надсмотрщиков. Нет. И на путинистов, и на Алексея Навального. На оба дома чума. Нет, мне очень жаль... Вот это вот самый, мне кажется, неправильный подход. Что ты, Федор, очень умный и порядочный человек, тоже пользуешься вот этим прикрытием, когда говорят, почему вы впадаете в истерику, ищете врагов, составляете списки и так далее. И говорят, ах ты защищаешь тех, кто нападал, ты покрываешь тех, кто нападал. Это а не кто составляет списки, это я не понимаю. Это какой-то организованный процесс. Я видел два расследования ФБК и, так сказать, инсайдера. Не нравится расследование ФБК, давайте обсуждать расследование инсайдера. Давайте, там Ходорковского не обвиняют. В чем проблема? Нет, дело какие-то частные лица составляют списки, это их частное дело. Каждый имеет право составлять список. Ничуть не меньше, чем Артемия Троицкого, всех мазать одной краской. А дело же не в том, что там составляют... Дело же не в том, что не нравится расследование. Расследование, как раз, как мне кажется, вот в смысле Невзлина и всего остального, к нему там можно предъявлять разные претензии, но какого-то общего неприятия нет. Наоборот, есть общее, как мне кажется, общий консенсус по этому делу. Другое дело, это то, что потом началось вокруг Ходорковского и как бы, может быть, замысливалось, как атака на Ходорковского, потому что... Я так не считаю. Это тоже оценка Ходорковского, что все в мире происходит исключительно ради того, чтобы атаковать его. 43 раза упомянутый Ходорковский в расследовании, это так случайно. И 40 раз наткнулся на нож. Ну и что? А в расследовании инсайдера меньше.
Давайте начнем с того, что Ходорковский тоже атаковал ФБК. Я вот помню, накануне буквально всей этой истории Ходорковский выступил с заявлением, что, оказывается, вся оппозиция объединилась, кроме ФБК. Это прямо у нас, это прямо у нас он сказал в эфире. Ну вот именно. Он атакует ФБК, ФБК в ответ атакует Ходорковского. Я вот читаю бельгийскую прессу, тут тоже все политические силы атакуют друг друга. Я не понимаю, почему мы считаем, почему вы уравниваете, Федор, ты уравниваешь, прости, не хочу, чтобы это так звучало. Почему ты уравниваешь, Федор, атаку Ходорковского политическую, они не хотят объединяться, и атаку криминальную, он покрывал преступление, он не мог не знать о преступлении, он сообщник. Ну, мне кажется, ну, это передергивание. Ну, не знаю. А когда соратники, так сказать, другие люди обвиняют в связях с ФСБ и говорят, что виноваты не те, кто заказал преступление, а те, кто слили. Я в этом смысле еще раз говорю, кому не нравится расследование ФБК, давайте обсуждать расследование Inside. И мне вот эта вся история про Чуманова, Бадума и так далее кажется отводом глаз от главного. Давайте обсуждать конкретный случай, кто кого заказал. Вот это интересно. А вот все остальное – это эмоции и частные случаи. Кстати, поэтому... здесь готов согласиться, да. Кстати, да. Можно я закончу? Я вам завидую, потому что вот вы сейчас, Федор, упомянули, что первый начал Ходорковский, но вообще, опять же... Нет, он не первый начал, это просто давняя история. Давняя история, но большинство... Не помнит даже этого. Большинство людей, которые не в пузыре, но при этом, например, находятся в эмиграции, уехали, вообще люди не помнят. И вот это начинается, которое «дашь на дашь», «мы вам», «вы нам». Ну, это правда, но вот какое-то сейчас... Слушайте, ну давайте сейчас посоветуем людям, которые имеют память рыбки в аквариуме, просто перестать смотреть политические передачи, не затруднять себя. Потому что если человек смотрит брекфаст-шоу каждый день, но ничего не помнит, ну, это какие-то проблемы у человека, наверное. Потому что тут каждый день обсуждается ровно это. Да, но кроме политики есть война, есть еще какая-то бытовая жизнь у людей. Вообще много всего есть, кроме политики. Политика – это всегда у тех, кто интересуется политикой. Те, кто не интересуется политикой, не надо удивляться, что не интересующиеся политикой. Вопрос, можем ли мы назвать это все политической борьбой, если честно, да, ну, как бы вот с большой уже натяжкой, мне кажется. Ну, а скажите, покушение на жену Максима Миронова, вы как считаете, это политическая борьба или нет? Нет, это не политическая. Это, конечно, уголовщина. Давайте это обсуждаем. Политическая борьба через уголовщину. Давайте, но ты же не призываешь, условно говоря, Марию Певчих обсуждать именно это. Здесь у вас, так сказать, идет такая, что Чуманова дома, все виноваты, истеричные комментарии. Вы знаете, когда меня побили 20 лет назад по приказу свердловских властей в подъезде дома, я тоже не стал ждать расследования милиции, не стал говорить, что вот подожду. Я собрал пресс-конференцию и обвинил в этом тех, кого я считаю нужным. Потому что когда вас побили, вам очень обидно и больно. И вот я всегда понимаю тех, кому больно и обидно. На кого... Я всегда на стороне тех, на кого покушались. И у меня нет ни одного... Безусловно, у меня, например, нет никаких претензий к Леониду Волкову, но там больно и обидно стало такой куче людей, что они гораздо больше обиделись, чем Волков. Вот. И больно им стало больше, чем Волкову. А то есть надо быть на стороне Руслана Мурзагулова, что ли, или тех людей, которые считают, что, ну, подумаешь, надо было 40 раз бы не выносить. Безусловно, надо быть на стороне жертвы, не надо выдавать себя за жертву, вот я о чем говорю. Ну, слушайте, а сколько людей за Михаила Борисовича Ходорковского обиделись, хотя они не Михаил Борисович? Ну, как бы, так политика устроена. Люди поддерживают тех, кого они поддерживают, и это абсолютно, так сказать, обычная ситуация. Мы не видим ровным счетом ничего нового. Вот те, кто ругали ФБК, те ругают ФБК. Те, кто не ругали ФБК, так сказать, не ругают ФБК. Вообще ничего нового не происходит. Даже фигуры все одни и те же, и слова примерно одни и те же. Еще со времен предателей. Но мне, кстати, кажется, что ситуация будет меняться. Но это мое личное мнение. Значит, в том числе, может быть, из-за тех процессов, которые начались после опубликования этого ролика и последовавших за ним обсуждений. Я по-прежнему настаиваю, что даже не сам ролик, а обсуждения в определенном ключе стали причиной многих... Вот, например, призыв Марии Певчих сотрудников Ходорковского прекратить с ним работу, например. Ну, я не готов обсуждать слова Марии Певчих, я не Мария Певчих, и надо ее позвать с ней говорить. Я вот, например, ничего такого никому не призывал, и наоборот, в своем, так сказать, вот канале сказал, что я прекрасно понимаю тех людей, которые работают там, где они работают, потому что деваться некуда. Уйти с работы довольно просто, а куда они уйдут? Еще всех а почему они должны уходить с работы, Федор? Из некоторых мест, конечно, может быть, и стоило уйти, но это я не имею в виду Ходорковский лайф, да?
Вообще, я хочу сказать, что я недавно под самый этот скандал написал статью, которую, конечно, у нас никто ничего не читает, кто что пишет, но я как раз писал про то, что если мы хотим сопротивляться... Ну, может быть, и так пишешь, просто какой смысл что-то читать, когда проще вот... Я никогда... Ладно, не будем никого поминать. Просто я к тому говорю, что если мы хотим быть, говорить о какой-то будущей оппозиции, сейчас про это говорить нельзя, мы все в эмиграции, нет никакой оппозиции, то мы должны говорить о системе ценностей, вокруг которой мы должны объединяться. Не вокруг личности, не вокруг флагов, не вокруг фигур, а вокруг системы ценностей. И вот если у нас система ценностей отличная от путинского, где кто богаче, тот и прав, кто дал деньги, тот и спонсор, давайте, так сказать, там покрывать дорогих людей и так далее, вот мы ничего нового не построим. Я вообще не имел в виду эту историю, потому что это было до всего. И давайте подумаем о ценностях, о базовых ценностях того, вокруг чего все строится. Можно ли что-то построить на ценностях, допустим, которые мы видим в том числе и с другой стороны, с обоих сторон. Вот давайте с точки зрения ценностей все и посмотрим. Слушай, но тогда вот с этой точки зрения, вчера один из основателей ЮКОСа, бывших топ-менеджеров, Коголовский, написал, он по форме ужасный, гнусный пост со всякими мизогинными и прочими вещами, но единственное, что он упоминает там, это то, что он дал $500,000 ФБК, я не знаю, правда это или нет, какие-то вчера ходили фотки, ну эти, чеки. А в чем проблема? Ну дал деньги. То есть, слушайте, у меня тоже на канале есть спонсоры, которые, если я говорю что-то, что им не нравится, пишут мне гнусные хамские письма и говорят, я больше вам платить не буду. Я даже на это никак не реагирую. Нет, мне кажется, я же не к тому, я же не к тому, что дали, я к тому, что взяли. В том плане, что один из бывших топов ЮКОСа, человек, который предатель, по мнению фильма Марии Пешкова. Я не знаю, был ли он предателем по мнению, это надо их спросить, но сколько я понимаю, он давал деньги в 2021-2022 году. По своей собственной воле никто не заставлял. Человек прислал донаты, они взяли. Донаты никак не предполагают согласование с человеком дальнейшей позиции. Я так понимаю, что его тоже разочаровал фильм «Предатель», и он больше им денег не давал. Да, ну, это верно. Так бывает. Ну, то есть никакого двуличия в этом нет. Брать деньги от тех, кто придумывал чеку эту... Саша, а ты скажи мне, каждого своего спонсора проверяешь, на кто он? Нет, вообще я вообще никого не проверяю, абсолютно. Вот видишь, так тебя тоже можно вдоль ничего. Вдруг тебе какие-нибудь там нехорошие люди шлют деньги. Тебе присылали деньги, ты сказал, ну, спасибо за донат. Потом выяснилось, что этот человек какой-то странный, он пишет тебе хамские письма, говорит там такой сикой. Я вообще не понимаю. Я тоже не имею возможности прочитывать все донаты и все остальные, кто этим занимается. Давайте всех перетрясем, кому кто от кого получал донаты, и сопоставим это с нынешними позициями. Вообще странные донаты – это то, что человек шлет добровольно. Идея человека, шлющего донаты, что с ним потом всю жизнь будут раскланиваться и согласовываться, довольно странно. Мне кажется, ты ее тоже разделяешь. Абсолютно. Нет, более того, если ФБК действительно взял денег у человека, который придумал залоговые аукционы, а потом снял фильм про залоговые аукционы, это показывает независимость от него, по меньшей мере, независимость деятельности. Сейчас все это начинается. Все сейчас будут перетрясать своих спонсоров, все будут говорить, кто что кому. Ну, я вот в этом смысле довольно спокойно отношусь ко всем этим историям. Деньги надо брать у всех, кто дает, главное, что без обязательств. Вот в ситуации миграции так и работает. Поэтому все эти претензии к Ленину, что он брал деньги у немцев, извините, как бы человек находился в эмиграции, у него была его глубокая убежденность. Он деньги взял, но мы помним, что для немцев это в итоге тоже плохо кончилось. Поэтому, знаете, я вот здесь не вижу проблем. Проблема только в одном. Когда человек берет деньги и считает своим долгом каждый шаг с дорогим спонсором согласовывать. Вот это проблема. Это правда большая проблема. Мне кажется, что вот мы и обсуждали там раньше, что постфевральская, да, после 24 февраля 2022 года ситуация, она развивается во многом как некий такой маленький слепок 90-х, когда олигархи скупали медиа, скупали общество, скупали там общественные организации и все прочее. И здесь очень похоже, это большая опасность. Видишь ли ты этот процесс? Я не то что вижу этот процесс, я как раз по ним и писал про это и говорил, что тоже Ленин Борисович Немзлин очень многим людям помог в частном порядке. Это правда. И как бы это все прекрасно знают, что когда в 2021-2022 году многие люди уезжали срочно из России, они, в общем, у них не было выбора, кого брать деньги. Тем более, что тогда как бы, ну, Немзлин и Немзлин, что такого, да?
в конце концов. Это он радикализировался, и взгляды у него стали довольно странные в процессе войны. Он давал деньги, люди брали. Люди не знали, как бы не предполагали, что это потом чему-то их там обязывает, например. Да? Михаил Борисович, я знаю, помог очень многим людям, помогал и финансировал огромное количество проектов. И все остальные, кто хоть что-то заметен в эмиграции, там, за редким исключением, они тоже все там кому-то помогали, кого-то вывозили. Понятно, что возможность помогать и давать деньги у богатых людей гораздо больше, чем у бедных. Поэтому, конечно, создалась ситуация, когда многие журналисты, многие активисты, многие политики, они оказались, ну, вот чувствуют себя обязанными к тому или другому человеку, той или другой организации, которая им помогала. Это как бы объективно, потому что когда все бежали от войны, никто не думал, что потом будет какое-то долгое страшное продолжение. Да? Всем казалось, что это быстро кончится, главное сейчас перекантоваться. Поэтому действительно сейчас, я думаю, очень многие себя почувствовали, ну, какое-то количество людей неуют. Потому что надо что-то говорить, надо что-то делать, а как бы вот вроде как неприлично, да, или там нехорошо. Это неприятно, но это проблема иммиграции, потому что это в России государственные СМИ финансируются из бюджета. Мы тут все живем, чем Бог подаст, что называется. Поэтому я не очень понимаю вот этой вот супер, так сказать, давайте будем каждого спонсора проверять, кто он. Я вот этого не понимаю. И я не понимаю упреков, что вот когда-то кто-то где-то у кого-то взял. Это абсолютно ничего не значит. Весь вопрос в том, кто какую позицию занимает, по каким вопросам. Потому что если позиция человека привязана к тому, кто ему платит, и он неотделим как бы от него, это очень плохо, я считаю. Это безотносительно других. Поэтому мнение сотрудников организации довольно сложно. Да? Понятно, что все сотрудники какой-то организации, они поют хором. Ну, понятно. И мы это видим, опять же, совершенно разных сторон. Но давайте просто подумаем про конфликт интересов. Мне кажется, что довольно честно, если все люди там скажут, кто, что вот мне помогали такие-то люди. Я поэтому испытываю к ним чувство, там, не знаю, симпатии, не буду там занимать позицию против. В этом нет никакой проблемы. Я всем смело говорю, да, мне из России в Литву уехать помог Леонид Волков и ФБК. Я этого не скрываю. Поэтому люди, которые там раскрывают глаза и говорят, что ой, надо же там. Да, я много лет знал Алексея Навального, да. И Алексей Навальный сказал, что вот так как мы с ним шли по одному делу, там оскорбление ветеранов, он действительно сказал, что мне помогли за это. Спасибо. Но если я в чем-то не согласен с ФБК, я это говорю, сейчас я там не работаю, я работаю в Free Russia Foundation, который тоже, между прочим, достается из собой со всех сторон. Да. Но вот я не скрываю, где я работаю, откуда, так сказать, я получаю зарплату и так далее. Но давайте, так сказать, и вот я считаю, что это нормально. Если человек находится в какой-то зависимости или где-то работает, пусть человек честно скажет, да, я вот получаю деньги там-то и там-то, именно поэтому я считаю, или помолчу, или, так сказать, вот, занимаю такую позицию, чем делать вид, что человек совершенно независимый, а потом выяснится, что был, так сказать, вполне себе конфликт интересов. И такое, кстати, уже несколько раз происходило. Вот за эти дни уже несколько человек, которые так или иначе связаны, они, в общем, пытались свое мнение как независимое, да, подать. Спасибо большое. Благодарим Федора Крашенинникова, нашего коллегу, ну, и политолога заодно, и публициста. Спасибо большое, дорогой Федор. До свидания.